Сибирь-Сибирь. Гастрономически уникальное и знаковое место Новосибирска, которое передает местный колорит, привычки жизни этого края, открывает своим гостям настоящую сибирскую кухню. Современная интерпретация всего, что ассоциируется у людей с Сибирью. Ресторан как для туристов, так и для жителей города. Иностранцы любят заказывать омуля холодного копчения, просят им пожарить его. Радуются, как дети, когда видят салаты в хрустальной посуде, мясо на спилах березы или сосны. Очень много интересных деталей, типичных для этого региона. И вообще здесь очень приятно находиться. И обстановка здесь способствует не только еде, но и общению. Большой зал и много уединенных мест. В пятницу вечером здесь много молодежи, которая окружает барную стойку с удовольствием. Пробует коктейли на морожке, не знаю, на клюкве, на бруснике. Это прикольно. Мне кажется, что здесь на кухне знают, как обращаться с продуктами. Это всегда вкусно и хочется повторить. Безусловно, это региональные продукты. Мы поставщиков проверяем, выбираем, и они стараются нас не подвести, мы это очень ценим. Я обязательно сюда вернусь. Я никогда не видела столько много водки в одном месте. Эти русские сумасшедшие, у них везде водка. Мир сейчас очень космополитичный. Сибирь-Сибирь может открыться и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и где угодно. Ресторан атмосферы. Ресторан открытия. Ресторан, который умеет рассказывать истории. И делает это стильно и вкусно. С сибирским характером.